Установка для обескрыливания семян. Копира. Развернулись. Это Лебединое озеро. Ну как их танцевать так? 1,36 квадратных километров. Мы были полноводные, в них семь непосредственно соединены с озером. Мы были полноводные, только две. Одна вот течет в средовидную скалу. Литературки, что бы это значило? Так, ну только ножки так по-другому. Ну, что, как это, на банкетке лежат? О, ну все учить надо. Корыстная, вообще злая, жадная и так далее. Вот распуханки. Вот так удобно было. Ну здесь ничего удобного нет, конечно. Ничего. Мы не так долго доедем. Да, нормально. Кипре подойти можно только здесь, вот потому что все остальное мы проскакиваем как бы вот ну, на расстоянии. А здесь спускаться только нельзя, потому что там... Вы помните в Воронеже, да, и спустить на Азов, но первый корабль там сожгли. И тогда ему нужно было где-то учить своих матросов, ну чтобы хоть как-то. А кто сжег? Мира, вот в этом самом, да, игрушечная флотилия. А вот здесь... Потешная. Вот как, да, а здесь можно было по Пре спуститься в Аку и за Киев в Волгу, а из Волги в Каспий. А из Каспия? А из Каспия уже никуда. Восемь четыре ступеньки вверх.
Волосной санаторий. Бедолага. Ограды и вот то, что мы кирпичное видели. Значит, это было выстроено на, значит, ростом приблизительно 3-4 метра. Глухая абсолютно стена. Вот это называлось «Сад ужасов». Здесь на самом деле очень много подземелий и так далее. Говорят, что Баташовы, кроме всего, ели монету. И еще здесь были какие-то масонские собрания. Поэтому, когда сюда приезжали проверяющие, особенно которые хотели посмотреть, что они тут льют монету, как бы, они просто-напросто либо затапливали в подвалы эти, либо они замуровывали вместе со всеми этим сам. Поэтому сад до сих пор, как, ну, в смысле, так, он так и до сих пор называется здесь «Сад ужасов». Вот эта стена, которая окружала сад, она в деревне была навалом своей и ядер и пуль. Да уж, вот да. Это была крепость. Поэтому и говорили, когда сюда все-таки приезжали проверяющие, скажем, от царя там и так далее и тому подобное, то что делали Баташовы? Как только приезжали из Владимирской губернии, они уходили в Рязанскую часть, и выходили слуги и говорили, знаете, их губернии нет, они уехавшие. Когда приезжали другие, они переходили на другой край, и происходило то же самое. Поэтому никто никогда как бы в этих подвалах не был. Но то, что тут как бы подземные эти есть, это точно, потому что потом были сделаны раскопки, и какие-то куски вот этих подземелий были найдены. Называется вот это все «Орлиное гнездо». Вот это усадьба. Потом, после революции, здесь был детский приют, а сейчас здесь детский санаторий. Сейчас вот эти существует детский санаторий. Да. Значит, Баташовы были настолько богаты и настолько упрямы, что когда им понравилось какой-то кусок земли прикупить, а помещик не соглашался, то они наняли такое количество людей, что за одну ночь деревню всю разобрали, раскатали, посадили всех на телеги, перевезли, а поле, на котором стояли дома, распахали. И это не сказка, потому что это в документах зафиксировано. Приехала комиссия, но они не продавали. Ну, то есть деревню с людьми не продавали. Ну, а поле продай? Понятно, да? Они сделали поле паханное. И это зафиксировано в проверяющих, что была деревня, и деревня вдруг в одну ночь исчезла. То есть такой, столько было как бы денег, что они могли такие вещи себе позволить, что это могила вот этого Андрея Родионовича. Когда ее вскрыли в советское время, чтобы проверить, она оказалась пуста. Значит, почему? Здесь есть такой, ну, он, в общем, священник, который занимается проблемами истории алхимии, как бы. У него как бы часть фамилии Шахов, он из вот этой знаменитой семьи, как бы, которая дворянская. Так он объясняет это так, что они занимались поисками философского камня и, видимо, обрели бессмертие. И для того, чтобы сказать...